В Екатерининском зале Кремля президент вручил награды российским олимпийцам. За достижения на играх в Пекине ордена и медали получили 128 человек. Но особо Дмитрий Медведев отметил Дмитрия Саутина. Ведь прославленный прыгун стал обладателем медалей во всех четырех видах современной прыжковой программы на Олимпийских играх. В копилке двукратного олимпийского чемпиона теперь есть Орден Дружбы.